собрала. Сейчас я в таком вот необычном образе, как вы видите. На мне нарисованы ноты. Тут вот скрипичный ключ, и где-то здесь вот басовый ключ. Вот. Правда, вы видите, это почему-то все наоборот. Ну, я нормально вижу все. Так. Сегодня мы выучим первый куплет песенки про сольфеджио. Послушайте. А сейчас слушаем первую часть и учим ее. Поем вместе со мной. Слушаем. Вместе со мной. На тебе болит ручи, и что забывали. Четвертая часть. Слушаем. Скрипичный ключ позвонит, но забыло позвонить. И поем вместе со мной. Скрипичный ключ назвалит сон, но забыл слово звонит. Разобрали первый куплет по частям. Но теперь пора и спереди сами. Итак, начинаем. Закончился мой урок номер 8. Пора с вами прощаться.